Всем привет, дорогие друзья! Сегодняшнее видео посвящено подготовке бойлов к рыбалке, а именно, в частности, подготовка насадочного бойла. У меня есть видео на канале, как сделать из простого поприкормочного бойла насадочный бойл. В этом видео чуть-чуть другой рецепт. Значит, берем бойлы, простые бойлы, те бойлы прикормочные, которые у нас есть. Пересыпали их в баночку. Делаем простой инвертный сироп. Видео о том, как сделать инвертный сироп, есть у меня на канале. Единственное, сюда я добавил ревит. Чуть-чуть добавил сюда красный краситель. Можно сахарный сироп, не обязательно инвертный сироп. Заливаем все это дело сахарным сиропом. Вот так вот заливаем его под крышечку и оставляем. Пару бойлов раскрошим сверху. И все, пусть они у нас хранятся. Срок хранения не ограничен. Бойлы пропитаются и будут также отлично работать. Теперь такой вопрос, вот как-то лезть вот в это все руками. Руки запачкаются, не очень приятно, согласитесь. И есть такой специальный зацеп, но он тоже его покупать, он искать, заказывать. Как бы не у всех он есть и не всем это надо. Поэтому все мы хотим. Берем вот так вот, взяли его, вот, ложкой, и кидаем сыпучую смесь. Вот так вот его раз. В любую сыпуху, какая есть. Если базовый микс остался, еще лучше. Смесь, из которой бойл делаю. Все. Вот он уже. Вот с ним уже можно работать, видите? И к тому же он получил такую вот. То есть его уже можно брать руками, можно проткнуть иголкой, насадить. И к тому же бойл получает дополнительный аттрактивный слой, видите? Так он выглядит. Можно его насадить на иглу, не обязательно. Не обязательно его покупать, эти специальные средства, работать с ними, тут специальный иглу для зацепки. Ну, то есть берем, вот любой бойл достали ложечкой. Ложечкой достали, сладкий сироп, вот так вот раз его. Прокатали 2-3 раза туда-сюда, все. Все, можно брать руками, все, видите. Вот готовый насадочный бойл. Бросаем его туда, пусть он там дальше томится. Закрываем, убираем. Темное, прохладное место. Срок годности не ограничен. Рецепт хороший, проверенный тоже. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь в соцсетях. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Ну, можно любой комментарий написать там. Спасибо, мне понравилось там. Ну, будем продолжать. И каждый ваш комментарий помогает видео подняться в рейтинге. Всем спасибо, всем пока.